Ржевский Кирилл представляет. Здравствуйте, ребята, с вами Кирилл Ржевский, и по истечению довольно долгого времени я все-таки записал для вас видео. У меня нашлась минутка для того, чтобы записать видео. Видео будет довольно коротким, это будут новости канала, они будут быстренькие по поводу того, когда будут новые видео и почему я так долго не выпускал вообще видео на канале. Меня долго не было. Ну, понятное дело. Я пока не могу выпускать видео, у меня просто нет на это времени. Раньше у меня, да, у меня было время, у меня все было, то есть видео выходили практически каждый день. Сейчас же у меня много забот, много проблем, много дел. Ну, посвящать я вас, конечно, в них не буду. Из-за которых я не могу просто даже физически успевать записывать прохождение, либо же видеоуроки. Хочу сказать на будущее, что на моем канале теперь будет больше доступно именно видеоуроков, нежели чем прохождений, так как они больше просматриваются. Люди больше нуждаются в видеоуроках, нежели чем в прохождениях. Да и скажу вам, ребята, честно, мне уже поднадоели вообще игры. Если вы какие-нибудь игры попросите, то я с удовольствием пройду. Просто в комментариях пишите, какую вы игру хотите, чтобы я прошел. А я сам по своему желанию что-то мне уже как-то даже не хочется уже проходить. Может, я вырос, не знаю что. Манхант, Resident Evil 5 допройду. И дальше уже только по вашему желанию. Потом у меня будут какие-нибудь другие рубрики, лучше открою на канале. С летсплеями, тем более. Нет, летсплеи они не славятся, они только если, может быть, только самых современных игр, так не знаю. Поэтому с летсплеями мне лучше не заниматься. Будет у меня в основном рубрика видеоуроков по программам. Ну и все связанное в этом роде. Значит, что хочу сказать по поводу выхода новых видео. Значит, разумеется, Manhunt и Resident Evil 5 я дозакончу. Нам как-то их уже дозавершать. Но скажу в целом, что пока что до конца августа видео выходить точно не будут, ну, не считая вот этого, который я сейчас для вас записал. Потому что у меня сейчас очень много работы, очень много дел, проблемы, заботы, из-за которых зависит моя будущая жизнь, из-за которых я, если я этого не сделаю, то все, и, собственно, от них зависит моя будущая жизнь, поэтому я не могу рисковать временем, мне нужно заниматься только исключительно своими делами. Так что, ребята, так что меня извиняйте за это, и, собственно говоря, такие вот дела. Значит, как я уже говорил, будет у меня в основном рубрика видеоуроков, потому что вы активничаете именно на них. Значит, летсплеями будет меньше видео. Как я уже говорил, пятый Resident и Manhunt допройду, дальше уже по вашему желанию. Так что предлагайте, и все в этом роде. Не знаю, думаю, вот группу создать. Вот думаю, вот те, кто хочет, вот пишите вот по поводу группы, надо создавать или не надо, я вот просто не могу понять, нужна она, в принципе, или не нужна. В общем, пишите, жду ваших комментариев по поводу всего этого. Так что, ребята, все-таки вот нашел минутку, смог для вас записать, все время ее искал. Как бы хотелось, да, записать видео, но просто не хватало у меня времени для того, чтобы это сделать, это осуществить, правильно? Все, про то, когда будет следующее видео. Конец августа, где-то примерно 20 какой-то августа. Так что вот примерно вот так вот ждите вот прохождения видеоуроков. Обычно у меня видеоуроки выходили раз в неделю, но сейчас у меня график поменялся. Видео будут выходить реже. Да и даже в конце августа мне видео будут выходить не чаще, потому что там уже начинается школа, ЕГЭ и все прочее, и мне нужно будет уже усердно готовиться. Так что, ребята, я вас не огорчаю, видео будут выходить, но уже редко. Прошу прощения сейчас за голос такой, просто недавно проснулся и немножко сонный. Так что, ребята, на этом все. Вы меня уж простите за то, что так долго не выпускал видео. Видеоуроки тоже будут. В общем, все будет. Все будет. Значит, все, с вами был Кирилл Ржевский. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что пишете комментарии, что пользуетесь моими советами, видеоуроками. Разумеется, фигни я не посоветую, потому что многие сейчас обманывают, дурят, лишь бы сорвать просмотры.
Нет, ребят, у меня такого нету, у меня... Я... Честный человек, никогда никого обманывать не буду. Что сам попробовал, если у меня это получилось, обязательно советую кому-то. Если у меня этого не получилось, если я сомневаюсь, то я никогда не буду это делать в видеоуроке или в чем-либо еще. Так что все, значит, подписывайтесь на канал на мой, ставьте лайки по желанию. Что еще могу сказать? Комментируйте. Ну и, собственно говоря, ешьте кашу по утрам, слушайтесь родителей. Учитесь хорошо в школе, там, где вы еще учитесь в техникумах, в колледжах. Ну и удачи вам всем. И пока. Ну что ж, до новых видео, ребята.